Пресвященнейший Владыко, благослови. Аминь. И слова эти тебе задам. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко живое оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царствие, силы и славу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Спасение душ наших, Господу помолимся. Всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся. О святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся. И сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Ничего без.
смерти. И духове твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, милый, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Наше призывать тебя на всякое время. И место, будущее. Эго подобное тебе всякое, славы, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. И дайся нам, не помни мне осужденно предстоящее. Окей, Боги, миром Господу помолимся. Возвращение и спасение душ нашей Господу помолимся. Не помни мне осужденно предстоящее. Помилим всего мира благосостояние святых Божьих церкви решений всех Господу помолимся. Возвращение Бога везде, мы с верой благоговением и страхом Божьим, спорящим Богом. Якода под державою Твоей всегда храними, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Православное Отечество Российское, от безбожных властей убиенные, да поминеет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский, иноческий чин, весь причет церковный, настоятеля, братья прихожан святого храма сего, титров, благотворителей, строителей святого храма сего, пасту Урюпинскую, Наванинскую, вас и всех православных христиан. Господа Иисуса Христа, Сына Божия.
«Вернитесь из тела мое, еже завыло мимое в оставлении грехов». Подобнее чашу повечаем. «Пить от нее все, сия есть кровь моя нового завета, я же завы за многие изливаемая в оставлении грехов». Поминай, чтобы спасительных все забыть, и все же нас бывшие, крест, гроб, единое воскресенье, наверное, небеса восхождения, весной сидения, второе славное паки пришествия. «Твоя от твоих, тебе приносяще, а всех и за вся, тебе поем». Тебе Господи, не лапзание тебе дам, як Иуда. Не лапзание тебе дам, як Иуда. Но як разбойник исповедую тебя. Но як разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве твоем. Помяни меня, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или в осуждение. Да не в суд или в осуждение. Будет мне причащение. Будет мне причащение. Святых твоих таин, Господи. Исцеление души и тела. Аминь. Причащаться можно только после исповеди натощак, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому причащению. Кто так подготовился, приступайте ко святому причащению. Еще братьев позовите, скажите слово. Молимся, услыши и помилуй. И еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем, митрополите Германе, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Ерофиме, и о всей во Христе, братья наши. И еще молимся о богохраниме стране нашей, властях и воинствия, да тихо безмолвно житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся по ежекославе Божией, благополучно, беспрепятственно и скоро, благоустройтесь и благоукраситесь кафедральному собору покрова Пресвятой Богородицы. Еще молимся по ежекославе Божией, благополучно, беспрепятственно и скоро, воссоздайтесь на... Постройтесь на месте сим храму святителя Феофана, затворника Вышинского. И еще молимся о хтителе святаго храма сего, рабе Божьем Алексее, и о божественном покрове, здравии, спасении, и во благопоспешении в делах его. Еще молимся за всю братью и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
услышаны, Боже, Спасителю нашу, пование всех концов земли, сущих в море далече, и милости, милости буди, Владыко, огри всех наших и помилуйны. Милости в горе человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. О святителю Феофану, затворнику Вышинскому, чудотворцу, с умилением сердец помолимся. И тайн Христовых служителю, богомудрый учителю, апостольских словес, изрядный изъяснителю, отеческих добротолюбных сказаний с писателю, христианского благочестия, изящной проповедниче, и жизни духовной, искусственной наставниче, подвигов монашеских усердной ревнителю, и всем людям благодати ходатаю, ныне к Тебе на небесе, Богу предстоящему, и о нас молящемуся, припадем и сицы взываем, и спросивущий щедрого Бога, Церкви Российской, и стране нашей, мир и, благостояние, святителем Христовым истинно божественное достойное охранение, пасту доброе кормление, лжеучителей ветиков, изрядное посрамление, подвязающимся смирение, страх Божий и чистоту душевную, телесную, учителям боговедение, мудрость, учащимся ревности, помощь Божию и всем православным утверждением на пути ко спасению, да вкупе с Тобою прославим Божию силу и премудрость Господа нашего Иисуса Христа с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Отца нашего Иоанна архиепископа Константинопольского града Златоустого, иже во святых отца нашего Феофана, затворника Вышинского, и Божьей памяти не совершаем, святых сорокомучеников в озере Севастите мучившимся, святых 14 000 младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных, святых и праведных Богу Отец и Аким Иоанны, и всех святых, помилует и спасет нас, как благ и человека любит. Thank you.
ваше высокопреподобие, дорогой отец-настоятель, преподобие, отцы и братья, братья и сестры, братья-казаки, поздравляю вас с престольным праздником храма этого святителя Феофана Затворника. Ранее мы здесь совершали божественные литургии наверху, но это божественные литургии, богослужение у нас совершалось практически на стройплощадке. Мы впервые совершаем здесь божественную литургию в нижнем храме, посвященном 40 мученикам Всевосийским и 14 тысячам младенцам Вифлееме и Узиенах от Ирода. Мы впервые совершаем здесь божественную литургию. И в этом уже практически готовы к нормальному своему богослужебному существованию и деятельности храма. Здесь, в нижнем храме. Много лет строится храм святителя Феофана Затворника. Очень мучительно. Мне это знакомо. Лично знакомо. Когда храм строится трудно, с большими какими-то препятствиями, с помехами, порой непониманием людей, которые должны бы понимать, здесь живущих или не здесь живущих. Люди, которые приходят в церковь и кладут свою денежку в копеечку, они думают так, мы положили, ну мы же ложим сюда денежку, почему же храм не строится? Но кто хотя бы немножко прикасался к строительству храма или просто к строительству какого-нибудь грандиозного здания, тот понимает, какую кропотливую и гигантскую работу надо совершить, чтобы храм начинал вырастать из земли. Сколько невидимой работы для обыденного глаза, обывательского, здесь живущего, человек не понимает, он не видит этой работы. Но она необходимая, без нее храм не будет строиться. Людям этого не объяснишь. И здесь, конечно, большой должен быть подвиг священника, настоятеля этого прихода и всего клира этого прихода. Со смирением переносить вот это недовольство, ропот людей, которые, ну, являются прихожанами храма, но они по своей сущности не могут вникнуть именно в суть строительства храма. Поэтому здесь очень важно священнику, настоятелю быть молитвенно настроенным и уповать на помощь Божию и на предстательство того святого, которому, в честь которого строится этот храм. Только так храм может только воздвигаться. Я благодарю здесь присутствующего Алексея Константиновича, ктитора и благотворителя этого храма, который взялся за строительство, именно продолжение строительства. Казалось, ну, это будет большой долгострой совсем недавно, несколько лет назад. Но отец Борис меня всегда просил: «Владыка, пожалуйста, когда я здесь бывал, поедемте в храм, помолимся, помолимся, просто помолимся». Мы приезжали с ним, молились, стоя в алтаре верхнего храма и молились. Не зная даже и не подозревая, что вдруг кто-то придет и объявится. Но, видно, так Богу было угодно, Матери Божией, святителю Феофану Затворнику, чтобы именно появлялись те люди, у которых сердце болит, чтобы храм этот не стоял долгостроен, а все-таки строился для того, чтобы сюда приходили вы, дорогие мои новоаннинцы, и, конечно, приезжающие сюда, кто будет приезжать, они обязательно будут приезжать сюда. Недаром этот нижний храм, нижний этаж этого храма назван в честь святых мучеников Всевосийских. Вот вы знаете, что этот праздник особенно почитается, это самый главный праздник в дни Великого Поста. Конечно, здесь очень важно, чтобы совершалась именно великопостная молитва. И храм здесь особенно такой, мы видим, да? Он больше нам напоминает именно вот такой храм, который келейный храм больше напоминает, да? Вот больше напоминает храм, ну, я бы сказал, монашеский храм вот, для своего такого делания. И святые мученики Всевосийские отдали себя именно ради Христа, свою жизнь отдали для того, чтобы именно
Слово Божие не посрамлялось, а они отдали свои жизни, как именно мученически крестившись в Господа Иисуса Христа. Монашеская жизнь – это тоже мученическая. Это только называется белое мученичество, когда человек себя именно обрекает на вот на такое живое мученичество ради Христа. Я думаю, что это не зря. И, конечно, очень отрадно, что этот храм еще назван в честь 14 тысяч младенцев, избиенных от Ирода в Вифлееме. Мы молимся им, особенно сейчас молимся, когда просим, чтобы Господь именно простил тех женщин, которые делали аборты, а у нас их большинство, к сожалению, в нашей многострадальной России. Множество женщин сделало аборты. Вы представьте, да, что в год убивается 10 миллионов человек. Вот тут Москвы нет. Вот нет города Москвы за год. Вот столько у нас убивается детей в год. И как слава Богу, что сейчас священники наши могут приходить именно и в роддома, и в женские консультации, беседовать накануне перед родами с роженицами, или те, которые женщины, которые выбирают из себе. Ну, так, сейчас такая на жизнь стала. Человек волен выбирать. Убивать своего дитя или не убивать. Ему выбор дается. Вот. Но мы прекрасно знаем, особенно вот кто сталкивается с этой проблемой, особенно с теми женщинами, как потом все радуются рожденному ребенку. Как радуется она сама, как радуются ее бабушки и дедушки этого младенца, которые говорили, чего ты будешь плодить нищету, как они потом радуются этому маленькому человечку, родившемуся. А до этого говорили, зачем тебе нужен, давайте сделаем аборт. Как будто дело идет не о жизни человеческой, а о чем-то ненужном и не принадлежащем нам и вам, дорогие женщины. Вот поэтому Алексей Константинович меня попросил, владыка, можно ли вот именно назвать храм в честь именно этих убиенных младенцев, чтобы женщины, которые сделали этот страшный шаг такой в жизни, которые могут как-то восстать после этого падения, жить-то надо дальше, надо. Которые только еще стоят перед выбором, делать или не делать. Пусть, может быть, сюда помолится, здесь. Вот святым мученикам, младенцам избиенных от Ирода. Мне очень радостно сегодня здесь было совершать с вами, дорогие мои отцы, в каком числе прибывшие сегодня на для совершения Божественной литургии. Очень радостно видеть вас, дорогие мои новоаннинцы. Я хочу вас поздравить, да, что вы теперь сможете сюда приходить, молиться о том, чтобы храм побыстрее нас все-таки построился полностью. И в нем совершилось полное освящение этого храма. Нам надо в это верить. И нам надо молиться за тех людей, которые стараются все отдать, чтобы этот храм был воздвигнут. Помоги вам всем, Господи. Спасибо. Дорогой отец-настоятель Алексей Константинович, помощи вам Божией. Вот, Господь подает нам обычно подает испытания в нашей жизни. И в вашей жизни у всех, дорогие мои, были испытания. И кто приступил к делу Божьему на Ниве Христовой, тот знает из Священного Писания, приготовился служить Богу, готовь себя, душу свою, к искушениям, то есть к испытаниям. Поэтому я вам, дорогие мои, желаю, и отец-настоятель, и вам, Алексей Константинович, что все, что будет случаться, оно должно быть испытанием. Вы должны видеть свою главную цель. Она перед вами стоит, эта главная цель. Я также благодарю, что вы, я уже повторяюсь, я говорил вам это на праздновании пятилетия нашей епархии, Урюпинской иконы Божией Матери в городе Урюпинске, что вы услышали мое воздыхание о построении такого кризисного центра. И он здесь открыт. И там есть даже церковь будет домовая, она есть в честь преподобного Исаака Сирина, где, если Бог даст все настроиться, могут эти женщины, которые именно делают этот, стоят перед выбором, могут как бы прийти и там даже какое-то время побыть и пожить. Да. И помочь им можем таким женщинам. Слава Богу. Вот
так незаметно, некичливо для человеческого глаза это все делается. Церковь, она делает это все, она не кичится этим. Она делает, значит делает. Вот. Понимает, что кичиться здесь нечем, это ее дело. И наше всем дело спасать души человеческие. Я вас за это благодарю, дорогие мои, за ваши старания, за ваше такое усердие. Бог вам в помощь и милости вам всем Божией. А всех вас, дорогие мои братья, отцы, братья и сестры, поздравляю с сегодняшним праздником. И пусть за молитвы святителя Феофана Вышинского затворника, тех святых, в чем храме мы молились, 40 мучеников севастийских, 14 тысяч младенцев от Вифлеема, от Ирода Убиенных, пусть Господь помогает вам устроить вашу личную жизнь к лучшему. Если личная жизнь ваша устраивается к лучшему, если нормальный брак, воспитываются дети, рождаются все дети, которые Богом даны, чего еще желать человеку? Правда? Нет, желать-то нечего. Есть замечательная французская пословица: в доме, где отсутствует детский крик, поселяется кошмар. Я не хочу, чтобы у вас в домах были кошмары. Я хочу, чтобы у вас было счастье в ваших домах и ваших семьях. Мир вам и Божие благословение.